Крымская детская киношкола «Ласточкина», которая начала свои занятия в июне 2015 года, и на базе которой мы сняли художественный фильм «Учитель физики желает познакомиться», выходит на новый уровень развития. Мы арендуем новое помещение и объявляем набор двух групп школьников в возрасте от 11 до 16 лет, из которых мы сформируем два класса. В январе месяце мы запускаем в производство сериал «Школа». В сюжете фильма будет два класса, 5 или 6 и 9 или 10, герои которого будут рассказывать о жизни школьников, родителей, учителей, чиновников, вообще всей нашей жизни. При помощи вот этого паровоза, который называется сериал «Школа», мы хотим сделать веселый, позитивный, проблемный оттиск нашей жизни. Смысл до набора участников нашей киношколы заключается в следующем. В течение 6 месяцев, с января по июль, мы будем в неделю производить один эпизод нашего интернет-сериала под названием «Школа». Длительность эпизода 20 минут. Эпизодов будет по количеству детей, которые придут на занятия в нашу киношколу. То есть одна серия будет посвящена ребенку конкретному и его родителям. А мы, конечно же, сценарий напишем сами. Он будет совершенно не похож на то, что происходит в жизни у конкретного ребенка, понятное дело. Мы это все с вами сделаем совместно и нарисуем оттиск нашей жизни. Каждая серия будет основана на реальных событиях. Абонементная плата на занятиях в нашей школе – это 2000 рублей в месяц. Причем за эти деньги мы занимаемся и с детьми, и с родителями. У нас огромное количество ролей, которые мы поручим взрослым, и мамам, и папам. У нас есть роли учителей, у нас есть роли родители, есть роли людей, которые не имеют никакого отношения к школе. То есть наша киношкола будет заниматься полгода, все второе полугодие этого учебного года, с нашими детьми. Мы будем заниматься актерским мастерством, профессией телеведущего. Мы будем изучать основы операторского дела, сценарного ремесла. Но основным флагманом нашей деятельности это будет производство вот этого сериала, который будет, ну, выходить один эпизод раз в 2 недели, который сделает очень резонансное общественное мнение и вокруг Крыма, и вокруг педагогической темы, и вокруг воспитания подрастающего поколения. При этом это будет очень много юмора, очень много крымских реалий, и наши дети почувствуют себя героями настоящего художественного фильма. Как мы будем это делать? На этой неделе, в четверг, 19 января, 18:00, мы собираем учредительное собрание родителей, которые заинтересуются нашим предложением. Мы соберемся вместе с детьми, по возможности, да, или как получится. На этой встрече мы набросаем план нашей работы на 6 месяцев. Прямо понедельно мы расскажем, какие эпизоды мы будем снимать. Мы покажем, на какой технике мы будем это производить. Мы распишем занятия в календарный план относительно занятий сцен речи, сцен движения, для того, чтобы немножко ввести наших детей в курс дела. И после четверга, фактически, через 3 дня мы бьем тарелочку и начинаем производство первого эпизода сериала «Школа». Вот такое вот предложение для всех желающих. Конечно же, оно в первую очередь касается людей, живущих в городе Симферополе, поскольку здесь находится наша крымская детская киностудия «Ласточкина». Но, в принципе, мы рассматриваем любые предложения по партнерству, по взаимодействию с другими городами. Но в любом случае, приглашаю вас в четверг, 19 января. 18:00 по адресу, который я укажу дополнительно. И в комментариях к этому ролику я запишу еще дополнительный ролик. Дело в том, что мы сейчас решаем вопрос между 2 помещениями. Это все центр города, улица Пушкина или улица Чехова. Но точное место, где будет располагаться крымская киностудия «Ласточкина», мы узнаем только в понедельник.
такое вот объявление сегодня. Спасибо за внимание.